Убила! Подожди. Что? Что? Нет. Ты... Ты все-таки меня обжучил. Ага. Привет. Витек здесь, и я снова пришел мучить Томата. Ну, того самого. Помидора, брата. Это Томат. Он странный. В смысле, он, кажется, что-то не договаривает. Хотя то, что Томат в принципе разговаривает, немного странная вещь. А этот просит кормить его. И... В прошлый раз мы не смогли, мы не справились, но в этот раз попытаемся. А может быть, какую-нибудь еще концовочку новую откроем? Да? Погнали! I am very glad that you decided to help me. Да, я рад, что I would like you to feed me, because пришел. I'm very hungry, Корми and меня. I can't eat я on голоден. My own. I want to eat я, some говорит, French fries. У меня нет ручек. Так, значит, смысл какой? Я сейчас хочу попробовать его кормить, правильно кормить, с использованием там всяких ножниц, чтобы там разрезать мешки с фонариками. Ну, фонарик не так уж и важен, там свет гаснет дольше, чем появляются предметы, можно успеть увидеть, кстати. Так что... Завозим. Испанцы! Завезли, блин. Испанцы от Никола Тесла Ая. Спасибо за испанцев. French fries первая была. Погнали. I want a glass of milk. Давай, давай, сейчас быстро. I want an egg. I want potato. I want some cream. Yeah. Okay, I am full for now. Visit me when I will be hungry again. See you later. Слушай, welcome to my game, buddy. Я меньше набирал. Значит, здесь скорость, как ты быстро его кормишь, тоже влияет, получается. Ножнички. Сразу пяток ножниц возьмем. Пригодятся. Завози. На нож коплю. Welcome back. I'm very hungry. I want a cheeseburger. Прям очки прут. I want some ketchup. А, томат ест кетчуп. I want some ketchup. Дважды. I want pepper. I want some ice. Ooh. Okay, I am full for now. Visit me when I will be hungry again. See you later. Так, завозим. Welcome back. I'm very Hello. Hungry. I want some ketchup. Понеслась. I want some chocolate soup. Ха-ха, мне повезло. I want fish. I want some spaghetti with tomato sauce. А чё на них кладётся? Давай. Не туда, забери. Алло, верните. А верни мне спагетти. Look what you have done. Now смотри, I have nothing to eat. Теперь мне ничего есть. Salami. Салями. Блин, облажатого. I want a cheeseburger. I want fish. Так, надо быстрее реагировать. Смотри. I want to drink some lemonade. Lemonade. Да почему я опять его туда бросил? Look what you have done. Now I have nothing to eat. Я так понимаю, из-за того, что I want a carrot. Злоба появилась, мне меньше очков дают. I want cherry. На тебе черри. Okay. Но я облажался. I am full for now. Visit me when I will be hungry again. See you later. See you later. Welcome to my game, buddy. Ну все, парень. Я купил нож. Ха-ха-ха! Дадим просраться, пацану. А это для чего нужно, интересно? Welcome back. I'm very hungry. I want cherry. I want some ice. Oh,
I didn't think that everything would turn out that way. Я не думаю, что все так повернется. Ты кажется намного умнее. Just a monster like me. Well, you won, for now. Congratulations, you finished the game. Goodbye. Ты кажется намного умнее, чем я думал. Либо ты такой же монстр, как и я. Ну что, говорит, ты победил. Прощай. О. Вот это нормальный микс. Эй, а нож-то куда делся? Понятно. В общем, нужно делать рестарт. Где мой рестарт? Нужен рестарт. А если убить его, когда демоном станет? Да я думаю, то же самое будет. Welcome to my game, buddy. Завозим. I am very glad that тут you говорят, decided есть еще одна концовка интересная. I would like you to feed me, because I'm very hungry. Знаете, какая? And I can't eat on my own. I want a lemon. Если сидеть и все время все смешивать. И ничем его не кормить. Look what you have done. Now I have nothing to eat. I want some spaghetti. Так, проверяем. Look what you have done. Now I have nothing to eat. Well, well, well. I guess you know what's going on here, так, right? Так, так. Я так понимаю, ты понимаешь, что здесь происходит? You are not the one I need. Тогда ты не тот, кто мне нужен. Прощай. Чувак, 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 чувак. Это он так целуется, знаете? Когда целуется, такой звук такой. Вот просто звуковая схема не смогла воспроизвести этот звук. И получилось вот именно вот это вот. Блык, 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 блык. Ну-ка, если войти обратно, что будет? Ошибка загрузки. Ошибка. Доступ заблокирован. Ха-ха-ха, меня не пускают. Ноу, пусти меня, помидорина. Что ты творишь? Нет, говорит, все, ты не тот, кто мне нужен. Убей его, когда он демон. Давай попробуем. Завози. I want potato. Ой, повезло. I want some chocolate soup. А где замес-то? I want some spaghetti. Ой, как повезло-то, повезло. I want to eat some salad. I want an apple. I want cherry. Ух, еще повезло. I want to eat some salad. Офигеть, okay, какое везение. Visit me when I will be hungry again. See you later. Welcome to my game, buddy. Слушай, а сколько вот это стоит? А я смогу сейчас? Я же всегда успею ножом его тыкнуть. Давай попробуем. Сейчас будет выключение света. Надеюсь, я буду видеть. Welcome back. Вы мне будете подсказывать. I'm very hungry. I want to eat fried fish with salad. Опа. I want some chocolate soup. Первый минус. I want some ice. Some ice, так, я сосредоточен. I want some ketchup. Кетчуп первый был. I want a carrot. Свет можно обойти. I want to eat fried fish with salad. Снова? Чуваку понравилось, как я готовлю. I want some ketchup. Я не успел увидеть, кажется, здесь. I want a donut. Жесть. I want a donut. Пончики. I want salami. I want to eat some chocolate. I want a lemon. Так. I want a donut. Твою налево. I want some strawberry yogurt. Так. Месим. I want sushi. I want a glass of milk. Держи. I want some chocolate soup.
Это тебе. I want some spaghetti with tomato sauce. Так, спагетти с собратьями. Держи. I want pepper. I want some ice. I want a donut. Все видно. I want strawberry. Твою налево. I want chicken. Да елки, не везет. I want salami. Твою налево. Либо первое, либо второе, ребят. Тут на везение. Ножницы мне не помогут. Ноу! Срал, капец! I want an egg. Ну все, паразит. Visit me when I will be hungry again. See you later. Welcome to my game, buddy. Ну ладно, мы еще раз попробуем. Но в следующий раз. Ну купи конфету. Welcome back. Надо где стоит задеть, я знаю. I'm very hungry. I want some spaghetti. Будем злить его. I did not ask for this. I want... Я никогда не был на этой ночи. В смысле, ну, ночь. Пятая ночь с помидором. И пять ночей с помидором, кстати, отличное название. Вот для чего нужно он то радио. Ну чё, вы готовы? I did not ask for this. Он говорит, ты юзлес, ты бесполезен, что-то ля-ля-ля жу-жу-жу. Ну чё, втыкать? Feed me. Feed me. Не работает нож! Нож не работает здесь! А-а-а! Но он меня убьет опять! Не работает! Не работает, нож не работает. Прощайте. А тут разность прохождения есть? Просто пройти или пройти с нулем Энгера? Like то есть получается три самых длинных концовки осталось. Я правильно понимаю? Это просто пройти с нулем Энгера и пройти с нулем Энгера еще и с карточкой. I want to eat some salad. I want a glass of water. I want to eat some mashed potatoes. Так. One more, то есть мне еще следующую покажут, я правильно понимаю? Косяк. Congratulations. Поздравляю. You almost finished the game. Ты почти прошел игру. Отличная работа. Но этого недостаточно. Your soul will be completely enough for me to ignore your mistakes. And now, give me your soul. Но твоей души, говорит, будет достаточно, чтобы накормить меня. А теперь, говорит, давай мне свою душу. Спасибо за помощь. Ну чё, погнали еще одну карточку? Мне понравилось. Завози. Смотри, тут еще один. Открыли. Для тебя больше здесь ничего не осталось. И подавай. Удаляй сохранку. Яд нельзя давать без еды, я понял. Welcome to my game, buddy. А что будет, если я буду давать яд с едой? I am very glad that you decided to help me. Еще три концовки. I would like you to feed me, because I'm very hungry.
And I can't eat on my own. I want a lemon. Погнали. I want to eat some chocolate. I want salami. I want an egg. I want to eat some French fries. Пытаемся пройти качественно. I want strawberry. А почему 8 очков дали? I want some cream. Медленно реагировал. I want potato. I want some chocolate soup. Держи. I want a cucumber. I want some spaghetti. I want an apple. I want to eat some French fries. Держи. I want some carrot soup. На. I want a cheeseburger. I want some cream. I want a carrot. На. I want a glass of water. I want some chocolate soup. I want fish. В прошлый раз я 210 okay, набрал. I am full for в этот now. Раз меньше. Visit me when I will be hungry again. See you later. See you Welcome later. To my game, buddy. Завози. Welcome back. I'm very hungry. I want some strawberry yogurt. Держи. I want pepper. I want to eat some French fries. I want to eat fried fish with salad. Nah. I want a steak. Нормально, 25 дали за рыбу. I want some chocolate soup. I want fish. I want a glass of water. I want an egg. I want an egg. I want to eat some French fries. Так. I want to drink some lemonade. Так. I want some chocolate soup. Чуть не то взял. I want chicken. I want chicken. Так, по курочке прошлись. I want a carrot. Морковча. I want an apple. I want some sauce. Топ. I want potato. I want some ice. I want cherry. I want an egg. Блин, я 300. I want a donut. Я 300 с чем-то набрал в прошлый раз на второй ночи. I want some ice. А в этот раз... I want some tomato soup. 290. Okay, I am full for now. Прикинь, какая рандомщина, а? See you later. Welcome to my game, buddy. Прикинь, мне 530 было в прошлый раз. Максимум 9. Welcome back. I'm very hungry. I want a carrot. I want a cucumber. Так. I want some sauce. Ты что, все время не то хватаешь-то? I want a cheeseburger. I want chicken with potatoes. Отлично. I want cherry. Миксуем. I want some strawberry yogurt. Strawberry yogurt. Так. I want some tomato soup. Спасибо, повезло. I want to drink some lemonade. Лимонейд, хорошо. I want some ketchup. Держи. I want strawberry. I want some sauce. I want a steak. I want to eat some salad. От реакции все-таки зависит. I want chicken. От скорости. I want some tomato soup. I want an egg. I want a glass of milk. Так. I want fish. I want some carrot soup. I want strawberry.
I want potato. Напряжение I росло. I want to eat fried fish with salad. I want a glass of water. I want a glass of water. Запивает теперь. I want a carrot. I want some sauce. I want cherry. I want strawberry. Плотненько идем. I want cherry. Okay, I am full for now. Visit me when I will be hungry again. See you later. Welcome to my game, buddy. Сколько мы ножниц? 7 ножниц потратили. Печально. Так, сейчас будет свет вырубать. Завози. Чатик, смотрим внимательно. Welcome back. I'm very hungry. I want potato. I want a donut. I want a bacon. Так. I want some ice. I want a cheeseburger. I want an egg. Ты смотри. I want to eat some salad. I want some carrot soup. Понятно, там два мешка было. Твою налево. I did not ask for все, this. Вот ошибка. I want pepper. И все, и ты уже не выходишь на лучшую концовку. I want a steak. Одна ошибка, и ты не I вышел. I want a cucumber. I want a cheeseburger. I want to eat fried fish with salad. I want an ice cream. Не было бы сейчас ошибки той. I want a chocolate cocktail. I want a lemon. Сейчас бы уже 200 было. I want a donut. Я не заметил. Что там было? Чатик, подсказывайте. Где был донат? Центр? I want a steak with mashed potatoes. Спасибо, чатик. I want some ice. I want some chocolate soup. I want a glass of milk. Так мало очков дает. I want some carrot soup. I want to eat some French fries. Может, конфету с собой носить? I want a glass of water. Всегда. I want to eat some French fries. I want strawberry. Повезло, повезло. I want some ketchup. I want potato. I want a bacon. Повезло, повезло. I want some chocolate cream. Ну. I want pepper. I want a cucumber. Слушай, как мне везет-то с мешками. I want bacon. Слушай, ну реально бы. I want some tomato soup. Представьте себе. I want a steak. Блин, у меня бы сейчас под 400 было бы. I want some sauce. Капец. I want some tomato soup. Одна ошибка, и ты ошибся. I want an ice cream. Одна ошибка, и ты ошибся, ребят. Жесть. I want fish. Капец. I want to eat some chocolate. Капец, представьте okay, себе. I am full for now. Visit me when I will be hungry again. See you later. Welcome to my game, buddy. 885 очков. Но мне же нужно 0, да? Чтоб был. Попробовать что-то? Рискнуть? Может, при помощи конфет это все дело попробовать пройти?
сможем ли мы 400 набить? Блин, а ножик нужен, да, на хорошую концовку? Не, погоди, нож нужен, если мы облажаемся. А если мы не облажаемся? А мы все равно не купим себе карточку. Ну давай возьмем нож на всякий пожар. Карточку точно не берем. У нас две конфеты есть, мы пройдем. I'm very hungry. I want some sauce. Поехали. I want some sauce. Some sauce. I want to eat some French fries. I want... I want a fried egg. I want some chocolate soup. Нормально. I want an apple. I want strawberry. I want some spaghetti. Ой, зачем я это делаю? I want a lemon. I want cherry. I want a cucumber. Так. I want strawberry. I want a steak. I want... Точно не первое. Лемон. Или бекон. I want a glass of water. Ну, либо второе, либо третье. Первым яблоко было. Не угадал. I did not ask for this. О, у меня конфеты есть. I want a cheeseburger. I want some spaghetti. I want some chocolate soup. Опять наугад. Так, пора конфеты пихать. I did not ask for this. I want some ice. Блин, я не успел увидеть, ребят. Вы увидели, где айс? Delicious. Второе? Кто-то говорит слева. Где айс был? Первое? I want an Спасибо. Apple. I want a carrot. I want a fried egg. Так, яйцо видел. Его же надо зажарить. Наугад, значит. Кладу яйцо в миксер. Ну и давай правое. I want to eat some French fries. Угадал. I want some tomato soup. I want salami. I want salami. Так. I want some carrot soup. I want a steak with mashed potatoes. Steak. With potatoes. Так. I want a chocolate cocktail. Шоколадный коктейль. I want a cheeseburger. Неплохо идем. I want cherry. I want a cucumber. Так. I want some sauce. I want some chocolate soup. I want some ice. Так. I want... Блин. I want... Some spaghetti. Вполне может подойти. I want a donut. I want a cucumber. I want to eat some chocolate. Здесь смешения никакого не может быть. I want carrot soup. I want some carrot soup. Капец, как я тащу. I want some cream. I want
сам Айс, в принципе, подходит. Твою. I did not ask for this. I want... Это последнее, да? Клубника, походу, дело. Тогда давай так делаем. Мы едим конфету и даем ему клубнику. Delicious. Okay, yes. That's all. Прошу. Thank you very much for your help. You did everything perfectly and exactly as I planned. Unfortunately, I don't need you anymore, since you have already completed your work. But ты, говорит, I won't leave you надо. Without nothing. Here, I just created a file on your computer. I put there and where a text that I found in the game code. It is useless to me, since I cannot read it. Maybe you need it, I would have deleted it anyway. Now get out and don't come back here never again. Значит, что он сказал? Спасибо, ты мне больше теперь не нужен, но за твою хорошую службу, то, что я в ноль вышел, да, я, говорит, тебя не оставлю ни с чем, я тебе дам подарок. Правда, говорит, он мне не нужен. Я, говорит, в коде игры нашел бесполезный текст для себя, поэтому я отдам его тебе. И вот, смотри, появился useless text, txt. Действительно useless. Так, нужен дешифратор какой-то. Вот смотри, может 20 это пробел все-таки? Мне кажется, 20 это пробел. Ну давай 20 на пробел заменим. Нифига себе, что такие длинные слова. Вот тут это вот, да, ты хочешь сказать, вот это вот длинное слово такое? Нет, что-то как тут умнее все. Что, может, 49, 78, 85, 85? А, смотри, 49 это H, 78 это E, 85, 85 это LL. О. Да. Да, вот он сдвиг, виден сдвиг. Все, понятно. Вот он текст, который там есть. Привет, я надеюсь, кто-то найдет это сообщение. Я изменю каждую букву в этом сообщении числом, чтобы он не смог прочитать это. Он, это имеется в виду помидор. Так что, если кто-нибудь реально читает это, я хочу, чтобы вы знали, что все не то, чем кажется. Никогда не доверяй ему. Он намного ловчее и умнее, чем ты думаешь. Если ты делаешь все, как он хочет, он получит непреодолимую сумасшедшую мощь, и он знает об этом. Чем больше сочков кода он всасывает в себя, тем более мощным он становится. С этой силой он может делать все внутри игры. Ты же уже начал замечать изменения в его поведении. Попробуй добраться до консоли и стереть весь прогресс. Писать, где находится консоль, было бы очень опасным, потому что с его силами, я боюсь, он сможет перевести даже этот текст. Попробуй найти консоль до того, как он найдет ее. Это все. Удачи. Пароль 13335. А у меня пароль 14312. Вот оно. У меня пароль 14312. Понял. Хорошо. А как найти консоль? Может быть, ты ищешь что-то типа этого? Может быть, это что-то важное? Может быть, ты знаешь, что у меня это есть? И может быть, ты прав. Попробуем ввести этот пароль. 1B,
191A21. Сработало. Это был ТС Омато 1B191A21. Вот он, этот код. Я в консоли. Какой у меня там пароль был? 14312. Выбери опцию «Рестарт», «Глобальное стирание». Ты уверен? Да. Удаляй текстуры. Удаляй звуки. Удаляй код игры. О, говорит, я не ждал тебя здесь увидеть. Я все еще умнее тебя, все еще сильнее тебя. Твоя система больше не принадлежит тебе. О. Файл boot mrt is missing. Say user Windows System 32 is missing some files. А, все, пока Windows. System 32 System boot CLL was replaced. Regedit XZ missing. Please restart your computer. Не-не-не-не-не, какой рестарт, я стримлю. Нормально живем, чё? Придется заново. I want an egg. I want some chocolate cream. Вкусняшки пошли. На, десерт. Congratulations. You almost finished the game. А теперь его надо резать? Или мы все-таки сейчас дождемся битвухи? А, ну битвуха сейчас будет, и будем его резать. 3-4 яда и одна нормальная игра. На! Нормально я ножик всадил в него. А он лечится от этого. Ооо, битвуха, давай! Я нож в него всадил, видали? Летает там с ножом. Пять. Еда убирает 5 злобы. Яду тебе! Ножик классно вошел. Капец, такой рейв. Рубилова! Смотри, яд все время под моей рукой. Что за прикол? Добиваем. Ты победил. Черный экран. А, игра сама перезапустилась. Интересно. А мне очки не дали за последний раунд. Алло. Что там внутри?
Но все, ничего. Просто как есть. Окей. Так, ну что, остается одна концовка. Самая. Смотрите, вот сохранка. Здесь написано, на каком мы уровне, сколько у нас очков, сколько у нас ножниц, сколько у нас фонариков, звуковых, конфеток, ножей, антидотов. Что такое антидот? Непонятно. Ну смотри, можно сразу, чтобы долго не мучиться, давай, четвертый уровень, ну пусть будет там 3208 очков. Проверим, сработает или нет. Welcome to my game, buddy. А, 9999. Понятно. Это максимум. Ну тогда мы можем закупиться. Погоди, мы не можем закупаться. Это же последняя ночь получается, да? Значит, я должен сейчас уже все сделать. Ножи нам не нужны, получается. Ну давай как-то так. Ну, как будто сам прошел. Welcome to my game, buddy. Во, все нормально. Может, антидот это вот это вот? Хрен его знает. Ну, поехали. Нам надо просто пройти. Хорошо пройти, на ноль. Welcome back. Во. I'm very hungry. I want salami. Поехали. I want a donut. Надо пройти на ноль. I want salami. I want some tomato soup. I want a lemon. Так. I want to eat some salad. Последнее. I want to eat some chocolate. Вот она. У-ху-ху-ху-ху-ху. Ну, поехали. Okay, that's all. Thank you very much for your help. 411 очков. You did everything perfectly and exactly as I planned. Unfortunately, I don't need you anymore, since you have already completed your work. But I won't leave you without nothing. Here, I just created a file on your computer. I put there and wrote text that I found in the game code. It is useless to me, since I cannot read it. Maybe you need it, I would have deleted it anyway. Now get Может быть, out ты сможешь. And don't come back here never again. Мне он не нужен, потому что все равно бы я этот, я бы его просто удалил. Так, смотри, пароль поменялся. 21623 теперь у меня пароль. Давай, заходим в игру. Идем в магазин. Покупаем карточку. Так. А теперь вводим тот пароль. Вот этот вот. Томато 1B1B21. И теперь вводим мой пароль. Именно с этого забега пароль всегда рандомизируется. 21623. 21623. Пробуем. Ты уверен? Да. В этот раз должно все удалиться, получается. У нас есть карточка. Вот где-то на пятом делении в прошлый раз остановилась. Пошло дальше. Удаление завершено. Подожди. Что? Что? Нет.
Ты все-таки меня обжучил. You still managed to get around me. I didn't think that everything would be so complicated. It doesn't matter anymore. You won. But I will definitely return. О как. Говорит, ты смог меня все-таки обжучить. Я, говорит, поставил столько барьеров, но ты все равно смог меня обойти. Но это, говорит, ничего не значит. Ты, конечно, победил в этот раз, но я определенно вернусь. Вот так вот. Томат вернется, ребят. Но это истинная, лучшая концовка. Можно, конечно, зайти в игру еще посмотреть, что внутри сейчас. Там птички поют. Мы посмотрели, ну, по-моему, максимально все концовки, которые могли. Может быть, конечно, и не до конца прям все. Но зато разобрались досконально. Разобрались, как расшифровать это письмо. То есть, и даже я бы смог бы его расшифровать. Ну, просто нужно было бы посидеть 20 минут и в рукопашечку каждую... А, все, закрылась игра. В рукопашечку каждую буковку я бы просто перевел бы, и все нормально было бы. Главное, что разобрались. В общем, спасибо всем за внимание. С вами был Витек и Томат. Игра пройдена. Поэтому никаких кодовых фраз наконец не оставляю. Просто ставьте лайки. В описании ссылочка на плейлист. Не знаю чего, взрывов мозга, хорроров, там чего-то там найдете. Вот, ну и до встречи в какой-нибудь следующей крутой мега-игре. Пока. Следующая игра будет против диджея Арбуза.